Старый Оскол привезли работы Зураба Церетели. Выставка «Познание добра» в художественном музее посвящена библейским сюжетам. Особый интерес зрителей вызывает уменьшенная копия монумента «Добро побеждает зло» Георгий Победоносец. 19-метровая оригинальная композиция размещена в Нью-Йорке напротив штаб-квартиры ООН. Дракон сделан из обломков американской баллистической ракеты «Першинг-2» и советской РДС-10. На создание скульптуры Церетели вдохновился идеями мира и окончания холодной войны между США и СССР. Это уже вторая экспозиция всемирно известного автора в нашем округе. В этот раз представлено около 40 работ. Затраты по транспортировке произведений искусства взяла на себя Академия художеств под руководством самого Церетели. Панно, выполненные в технике перегородчатой эмали, иллюстрируют сюжеты Нового Завета. Вес каждого около 20 килограммов. Интерес к перегородчатым эмалям появился у художника в начале 1980-х годов. Пленила особая способность эмали синтезировать в единое целое декоративность цвета и драгоценную составляющую материала. Такая техника известна со времен фараонов. Ранее широко развивалась во многих странах, в том числе и в Грузии. Из-за сложности технологии художники охладели к искусству, сопряженному с ремеслом. Зураб Церетели его буквально возродил. Картины создавались годами. В своих работах скульптор использует медные листы большого формата. По контурам рисунка прокладывает проволоку, а в получившиеся перегородки закладывает эмаль. Затем картины отправляются в печь при температуре 1400 градусов. Такой результат кропотливой и очень жаркой работы не боится ни сырости, ни плесени, ни холода. Эти произведения искусства вечны. Познать добро в Староскольском художественном музее можно до 8 августа.